больше интересовали свои истории, шире смотрели бы на проблему, то мы бы знали, что примерно в 5 веке, 6 веке до новой эры первая миграционная волна великого переселения народов была в Индию. То есть там на Северной Индии было образовано тюркское государство Кошала. Это великая была цивилизация, великая культура. И о ней я достаточно подробно написал в книге «Тюрки и мир. Сокровенная история». То есть там целый раздел. Это, по сути дела, индийские цари, солнечной династии так называемые. Это были из тюрков. И вот любопытно то, что паломники ходили с Алтая в Индию, из Индии на Алтай. И вот эти святые места алтайские, они сохранили индусы до сих пор. И вот как показательно, что это действительно была тюркская культура, я хочу что сказать. В Индии работал у меня отец, когда я еще в школе учился. Сейчас в штате Ассам, ну, по Северной Индии. И он общался на кумыкском языке с индусами. То есть язык прекрасно был сохранен. Он общался, говорит, никаких вопросов, сложностей не было. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что индусы знают нашу историю значительно лучше, чем мы знаем. Потому что есть там город Сарайя, где музыка.